Да. Уважаемые наши гости, мы очень рады, что вы именно к нам пришли покушать. Но если кто-то желает сабир попробовать, да, то его сейчас, ну, на данный момент пока нет. Пока. Хорошо? И что мы будем? А насколько пока? Ну, да. Насколько? Ну, минут... Нет, ну, минут 40 его не будет. Мам, именно сабир. Да. Если кто-то фаршмак или шакшука. Приедьте на второй лицах. Самыми лучшими моментами всей жизни я обязан помогать. Девочка, боже мой, ты что, ходишь на стадион болезнь по Черномору? Нет, туда ходит мой муж Мур. А я в это время хожу к соседу на берегу. Да, так, сейчас минутку, девочки. Еврейская культура, то можно себе позволить рассказать еврейский анекдот. Например. Женился Авраам, друг его встречает и говорит: «Ой, Авраам, что ты взял свою жену? Она же и хромая, и косая, и слепая». А тот отвечает, говорит: «Ну лежать-то она может». Ну да, хорошо. Это правильно. Хорошо. Хороший анекдот. Неаккуратно раздвинув ноги, Абрам ей говорит: «Ой, Сара, что ты открыла свое кладбище?» Да. Она говорит: «Ну, по моему кладбищу еще можно проехаться, но твой покойничек уже не встанет». Так, подошел. Ты же не уходи с экрана тоже. Значит, вы скажите, пожалуйста, вы отдыхали летом? Да, мы под Одессой как раз таки. Да? Да, а? В Каролина Буга. Да вы шо? Да. А вы видели там растяжечки, да, что девочкам без верха загорать запрещается, потому что не каждый низ это видишь? Да. Видели? Нет. Нет, боже мой, какие же низы. Там это... Так сильно дикий, дикое место, там все разрушается. Да? Да. Ну, куда вас занесло? Это уже интересно. Да. Так и вы знаете, Сарочка с Абрамом лежат на берегу моря. Мы тут по берегу проходит такой высокий, молодой, накачанный человек. Сарочка такая приподнялась, раскрыла рот и начала его рассматривать с ног до головы. Абрам такой: «Сарочка, рыба моя, и что ты там увидела? Такие умовни, гараж на две машины, а что там стоит? Велосипед». Да. Последнюю новость про барона Кременцевского слышали? Не слышал. Он развелся. Знаете почему? Ну, короче, он вернулся из командировки, а жена не успела спрятать любовь. И поставила на кухне вот так, что мать родила. Говорит: «Стой! Вот так! Замри!» А муж, значит, разделся, все такое, заходит на кухню. Говорит: «Дорогая, а это что такое? Что это такое?» Она говорит: «Это статуя. Я недавно была у Петровых, там такой же стоит, сейчас так модно». Она говорит: «Ну хорошо». Он говорит: «Хорошо, пусть стоит». Значит, ночь, он встает, идет к холодильнику, делает бутерброд, потом подходит к статуе и говорит: «Хочешь?» Он говорит: «Хочу». «Ешь, а то я недавно был у Петровых, так ни одна сволочь не предложила». Да. Ой, Сара Абрамовна, вы такая умная. Я не умная, я опытная.
была бы умной, не была бы такой бабой. А как вас зовут? Изя. Как вот. Так, значит, анекдоты от Изи, да? Да. Конечно. На YouTube выложим, завтра посмотрите, да? Так и будет, да? Анекдоты от Изи, да? Конечно, да. Конечно. Что такое? Да. Открывайте завтра интернет, YouTube, набирайте анекдоты от Изи. Да. Это Вовочка. Значит, встает утром, ну и бежит в комнату к родителям. Подбегает к двери и тянет за ручку, а дверь заперта. Он, значит, в замочную скважину, ну и видит, что там родители занимаются этим делом. И он такой весь возмущен. Эти люди будут запрещать мне ковыряться пальцем на носу. Да. Вы скажите, пожалуйста, как вы думаете, чем отличается молодой еврей от старого? Ну, какие еще будут варианты? Молодой человек. Как вы думаете, чем отличается молодой еврей от старого? Одолжить? Да. Боже мой, моя смоля. Я вам скажу, молодой не умеет работать, а старый умеет не работать. О, это здорово. Да. Так и встречается. Встречаются два еврея в суде. Судья еврей, подсудимый. Ну, значит, судья еврей спрашивает: фамилия? Тут чья, моя? Нет, моя, конечно же, ваша. Родинович. Год рождения. Чей мой? Нет, мой, конечно же, ваш. 1935. Женат? Кто, я? Нет, я, конечно же, вы. Женат. Женой давно живет? Чей, с моей? Нет, с моей. С вашей уже полгода. Да. Боже мой, то что мы здесь. Так вот это скоро закончится. Да? Да. Хорошо. Девочки, я сейчас к вам подойду. Хорошо? Изя, у вас есть жена? Ой, не напоминайте, я просто здесь в слезах, не могу это все пережить до сих пор. Моя жена уехала на море, и мне кажется, что она меня бросила вообще, да. Но мама меня успокаивает. Может, у меня мама, Роза Маркина, да, она говорит: Изечки, не переживай. Конечно, у тебя первая жена должна быть еврейка, еврейчики маленькие, детишки, все такое. Ну, коль так получилось, говорит, не переживай, ты разведешься, и вторая жена у тебя будет русская либо украинская. Я спрашиваю: мама, почему? Я же еврей. Она говорит: ой, если бы ты знал, русские очень вкусно готовят. И в постели ты будешь чувствовать себя очень превосходно. Я говорю: хорошо. Но потом ты снова разведешься. Я спрашиваю: почему, зачем? Она говорит: потом ты женишься на латышке. Я спрашиваю: мама, я же еврей. Она говорит: ой, Изечка, сыночка, если бы ты знал, как они ухаживают за могилками. Да. Поэтому, судя по словам моей мамы, у меня будет все хорошо. Да. С ее могилкой, да?
Да, вы знаете, чем отличается? Вы знаете, чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С террористом можно договориться. Да. А с мамой этот номер не прокатит. Разрешите, пожалуйста. Ее надо вкусно покормить. Конечно.